Следующий класс – это ремесленники или те люди, которые занимаются зарабатыванием себе на жизнь, используя определенные инструменты, ну или там какие-то возможности интеллектуальные. Относятся к касте весей, или же, как их еще называют, современное название – это бизнесмены, рабочие, рабочий класс. Эти люди чаще всего работают по много часов в сутки, а их детей воспитывают другие люди. Ну, то есть какие-то договорные взаимоотношения, как у большинства из вас. Детский садик или ясли воспитывают вашего ребенка, а вы продолжаете зарабатывать деньги. На следующем этапе школа будет воспитывать вашего ребенка, а вы продолжаете зарабатывать деньги. На следующем этапе институт будет воспитывать и образовывать вашего ребенка, а вы по-прежнему будете зарабатывать деньги. Вот такое социальное расслоение.